Тренирует порядка 90% мышц, улучшает работу сердца и легких, развивает координацию. Всего этого помогает достичь не борьба, а ходьба. Правда, не обычная, а скандинавская. Как оказалось, в Щелковском районе этот вид спорта достаточно популярен. Немало желающих испытать себя в нем собрались на первом Московском областном фестивале по выполнению норм ГТО скандинавской ходьбы. Более 200 человек примут участие в соревнованиях по скандинавской ходьбе. Им предстоит преодолеть маршрут длиной 3 километра, который стартует здесь, на территории физкультурно-оздоровительного комплекса и продолжится в Щелковском городском парке. Также все желающие в рамках фестиваля смогут сдать нормативы ГТО. Посмотрите, какой замечательный день! И сколько в Подмосковье, а конкретно в Щелково, делается для того, чтобы каждый человек мог реализовать себя. Изменился наш парк, изменились пешеходные зоны. И это дает возможность заняться любым видом спорта. И таким видом спорта, как скандинавская ходьба. Очень приятно вас всех видеть на этом замечательном празднике. Это у нас с вами первый фестиваль, и надеемся, что их будет очень много. Очень приятно видеть, что в Щелково, в Щелковском районе столько у нас ходоков. Комплекс ГТО уже включал в себя скандинавскую ходьбу. Она применялась для сдачи нормативов старшими возрастными группами. Еще недавно без учета времени. Теперь же у жителей появилась возможность попробовать свои силы, пройдя дистанцию на скорость. Скандинавской ходьбой занимаюсь уже третий год. Вот. Принять участие, чтобы как-то побыть в коллективе и поднять настроение себе. В нашем возрасте самое главное знать, зачем встал и зачем пошел. Скандинавская ходьба это хорошо объясняет. Сегодня мы пригласили всех людей, которые любят скандинавскую ходьбу, попробовать свои силы в этом нормативе комплекса ГТО. В основном возрастная группа 50+ у нас по выполнению скандинавской ходьбе. Но среди участников мы с вами сегодня будем наблюдать семьи с детьми в возрасте от 6 лет, которые пришли также выполнить еще и норматив ГТО. Скандинавская ходьба требует минимум оборудования, буквально две палки, правда не совсем лыжные, а специальные. Ну и, конечно, необходимо соблюдать технику. На фестивале перед стартом прошел мастер-класс для всех желающих. Большинство участников представляют старшее поколение, однако есть и молодежь, ведь на самом деле этот вид спорта достаточно универсален. На самом деле замечательно, что в данном мероприятии могут принять не только люди пожилого возраста, но и вот подрастающее поколение, которые стремятся к здоровому образу жизни, успехам. Надеемся сегодня победить. Присутствовавшие на фестивале отмечали, что главный фактор в популяризации скандинавской ходьбы – это развитие пешеходных зон, которое сейчас активно продвигается и в Щелкове. Также важно развитие массового спорта в целом. Большой вклад в этом направлении внесла губернаторская программа «Строительство 50 фоков». Построено 3 физкультурно-оздоровительных комплекса. Один из них здесь, у нас на Дальнем Воронке, в Огудневе. Ледовая арена у нас появилась, 3 года работает и приносит радость и счастье многим жителям Щелковского района от мала до велика. И хотелось бы, чтобы эти проекты продолжались. И теперь, когда губернатор выдвигается на новый срок, мы надеемся, что все наши начинания будут продолжены. Скандинавская ходьба для людей пожилого возраста является самым доступным видом физической активности, включенной в комплекс ГТО. Поэтому организаторы надеются, что фестиваль станет доброй традицией и в следующем году соберет еще больше поклонников этого вида спорта. Александра Гранич, Александр Ржевский, телерадиокомпания «Щелково».